уже, вот. Нет, она большой! Так, ну вот мы первую сделали, еще надо выше. Нет, она покрупнее. Играй. А, вот так. Сильно большой, то он развалится. Нет, надо. Тогда я вот отсюда. Бери так. Я пойду еще с ней снизу. Ага. А, вот это снизу. Софийка, как тебе снег? Снег! Ура, снег! А ты же помнишь сибирские снега? Конечно. Конечно. О, какой. Опа. Не попала. Попала. Не попала. Красивый звук хрустящего снега. Ой, какая большая. Мы сейчас еще больше. Саша, да? София. О, смотри, лук растет. Зимой. Зимой, ну. Тут все интересно. И зимой все растет. Ага. И снег растет. Ага. Он через 2 дня растает уже. Жалко, да? В воскресенье еще будет снег. Это навряд ли. Нет, по прогнозу показано. Ой, ты сейчас... Что там? Снеговик. Ё-моё, не... Сейчас сделаем белую куртку. Будем играть в прятки потом. Ай-яй-яй! Женя! А! Папа, с этой белочки! Это птички прыгали. А, да, это птички. Да не надо в бок! Это уже ее надо выравнивать. А как такие птички могут? Это уже ходить. Ко мне наверх ложите вторую часть. Ложи сюда, там снег. Не надо, это уже первое сделано, вторую надо. Ой! Нет, не надо ставить. Тома, не надо сильно, надо тебе вторую делать. Помогайте мне вторую. Снегопад, лепить. Снегопад. Пока первую доделаю. Ой! Ой! Сейчас я думаю, ой. Как пойду еще снег найду. О. Как, Софушка, тебе снег? Класс, хорошо. Соф. Соф, как тебе снег? Плывает все. Нормально. Смотри. Пап! Папа! Ой. Какой большой. Все, ставим уже. Это заготовка. Все, это три, как красиво. Это у нас заготовка, ее не трогать. Мы сейчас вторую будем. Первую по бокам надо. Нет, тут не надо, тут не надо. Вот тут, вот, да, вот тут. Будем ждать результата. Что, вот это я сломаю? Стоп. Красивый большой снеговик будет? Или да. Маленький? Большой. Большой. Ой, птичка там хочет греться. Закрепляйте. Держи, держи, я буду закреплять. Снизу, снизу, снизу сперва, снизу. Тут просто черное. Тома, держи, он сейчас укатится. Я держу, вы... Нет, вот сюда шли. Вообще круто получается. Нормальный, красивый. Сверху еще один шарик маленький, да, поставить? Еще мы сейчас еще один. Да, 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 да. Аккуратно. Слышите, гуси кричат? Я помогаю. Я помогаю.
И Софа помогает. Ой, как устала она. Я пока это буду уравнять. Что, Настя? Соф! Мы сейчас не перестали. Они важны. Давайте Войтишку слепить, я принесла его. Давай, ставь, будет позировать. Да ладно, не надо. Саш, помогай нам укреплять снеговика. Беги. Давай я облежу много-много. Ага, побежал. Нет, он еле-еле идет. Идите, берите, я буду укреплять его. Мне кажется, вы мало сделали первый. Наоборот, мы все намного сделали. Ну, это большой который. Вот тут наоборот, это вот так. Я буду подравнивать. Я буду. Нет, зачем она мокрая? Пойдем домой кушать будем, да? Все, поехали. Ну давайте, с Богом. Ну, что, Настя, уезжает? Да нет. Они поехали в Сбербанк, поликлинику, погуляют заодно немножко. Пойдемте домой. Они уезжают. Нет, нет, не уезжают. Пойдем, все мокрые. Пойдем. Ой, о, мокрые, ну. Тоже пошла, уж гуляет столько времени. Забрать их хочу домой. Ну зачем ты ее в снег кинула? Все, пойдемте домой. Поставила я тесто. Хотела беляши сделать, но Дима сказал, потом лучше мне в духовке. Не хочет жирные. Ну ладно, будут просто пирожки. В духовке. Готов у меня фарш тоже. Вот. Это я замариновала курочку. Эта курочка у меня острая, потому что я добавила аджику грузинскую. И готова уже крылышки и голени. Настя сказала, дети уснут, она сама накрушит уже салат. Прям попозже, иначе сок, огурцы свежие дадут. В общем, оливье будет. И еще Дима пиццу попросил, но после того, как пирожки пожарю в духовке, уже потом будем пиццу готовить. Хочу сказать огромное спасибо Николаю Сергеевичу. Прислал денежку и написал с наступающими праздниками. До праздников, правда, далеко еще, но огромное спасибо. Знаете, иногда, вот иногда, ну, часто пишут там неплохие комментарии. Сегодня был один там вообще ужасный комментарий, какой-то бред сумасшедшего. Я ничего не успела сделать, модератор мой уже там удалила, да? Ну, ты моя сладкая, всем достается, да? Софийке тоже. Балованная девочка? Нет? Да? Вот. Ну, дай Бог вам всем здоровья, кто делает нам пакости. Вот. Ну, сами знаете, кто и что. Сашенька у нас Сережку золотую потеряла сегодня. Искала, обе, главное, выскочили. Одну-то она нашла, вторую, мама, мы гуляли, я пойду искать. Я говорю, господи, где ты там найдешь, там снег выпал. У нас есть Даринины сережки, по-моему, золотые. Сегодня оденем ей, чтобы ушки не заросли. Ну, там такая застежка такая, что, ну, как бы, у Женьки сколько раз терялась. Ну, слава богу, находили. В бассейне два раза терялась. Да, тут в Зальской, ну, там, и у нас тут. Да, да. И, ну, ну, в общем, несколько сей. Раз теряла, но папа, ничего. Ну, Саша, папа, да. И тут и я сень. Ну, хорошо. И сень, можешь ку-ку тут идешь. Ну, хорошо, хорошо. Не понятно, что я сказала. Торопится, когда непонятно вообще, что говорить.
Вот, ну, конечно, она прям очень расстроилась. Мама, я пойду поищу. Я говорю, господи, ну где ты будешь ее там искать? Ну, Сережки дело наживное. Слава богу, у нас есть там. Оденем. Ну что, немножко передохнула. Еще минут, ну, 10, наверное, у меня тесто постоит. И начну лепить пирожки. И в духовку уже. Вот смотрите, муха залетела. Не было ведь. На улице прохладно, так вроде как угомонились эти мухи. И все равно одна какая-то жила. Бася купил средства, обработал нашу Стешу. Не выпускаем пока, пусть сидит в карантине. Спасибо, вот кто заметил, сказал, я ведь даже и без внимания. Слава богу, люди держат попугаев и могут что-то посоветовать. И увидали вот эту вот проблему, что у нее на носике, а я ведь, ей-богу, не знала даже об этом. Спасибо, значит, ну, спасем, значит, нашу Стешу. Ну, все, буду дальше. Настя так удивилась. А это друзья Димины прислали для Матвейки. О, какой комбинезончик. Ага. Биби Мелита. Вот так. Размер 62. Ого, шапка какая крутая. Ну-ка, Дим, покажи. Смотрите. Она типа балаклава идет. Угу. А с манишкой, да? Ну-ну-ну. Чтоб шею не дуло. Это удивили, конечно. И что-то еще. Ну, они пользуются вон той, которую Саше дарили. Она ее уже хотела забрать, а то сейчас можно мы еще попользуемся. О, как у Саши почти. А, угу. Он еще с подзарядкой, что ли, да? Да. Спасибо, ребята. Ага. Вообще неожиданно. А он еще, смотри, он еще похоже, как там какой-то луна, там еще что-то. Что написано? Звездное небо какое-нибудь. Дима девчонок на танцы увез, а Тому сегодня нету. Вот. И вот такие подарки от Диминых друзей. Интересно, вот в жизни получается. Угу. Ой, тут еще какая-то это. Ух ты, подарок, дракон. Символ 24-го года. Кстати, можете нас тоже порадовать. Ваш отзыв лучше для. А, это, наверное, магнит в виде карты. Смотри. Ну, это продавца, наверное, Валберис. Они, наверное, ну, кладут. Да, да. Угу. Смотри. Да, мы к деньгам. Банк удачи. Она это магнитная. Да, на магнит. Батарейки ставить. Батарейки надо. Можно вот это. Лучше батарейки вставить. Угу. Остались еще батарейки. А вот с того вытащим, посмотрим, как он работает. Да, новый там усевший. Ой, я не знаю. Это магнитик. Какие там Матвей написано. Вот это да. Вот это подарок. И парни, прикинь, да? Ага. Какой удумали. Молодцы. И мультик даже еще есть. Ого. Доча, смотри. Что случилось? Смотри. Опять с Томой подралась? Переключать. Сиреневый, голубенький, белый, наверное, должен быть розовый. Можно поярче сделать. Надоело, говорит, можно это ускорить. Опять что мы что-то подрались. То нормально играет, то фиолетовый.
Достала такая Тома тебя? Иди ко мне, иди. Это характер уже начинается. О, еще одна с дверями хлопает. Настя говорит, ну подожди, подожди, уедет у нас папа. Она так ведет себя, потому что тут Дима. Да. Она так не такая. Она и спать со мной спокойно ложится, 10 минут ребенок спит, а тут уже вчера орала, да? Угу. Время 12, я уже 3 сна посмотрела. Время 12 ночи, она все бегает. Ну это все. Отец балует, вот она и отрывается на всех. Маме. Ну иди, маме. Иди, иди к маме. Смотри, какая штука красивая. Можно переключать цвета. О, что на столе происходит? Что на столе происходит у бабы? Готовы у меня пирожки. Курицу тоже уже достала. И поставила пиццу. Какая она у меня, да. Какая. Ага. Ага. Да. Тут полотенце у меня чистое, видите, оно как хорошо подходит. Я сделала на дрожжах сегодня. Мама, пицца нам? Нет, все, Диме. Я потом приеду, сделаю вам пиццу. Угу. Или закажем. Все, осталось потом еще салатик покрошить и все. Нет, Вася с Димой тоже уже там. Нет, лучше мы сделаем, потому что только, которую они делают, пицца невкусная. Да, ну хорошо. Мимо-мо-я. У нас уже вечер. Я там последнюю пиццу поставила. Настя убирает. Там ужас, что творится. Слышите, Настя там все-все прибирает сейчас на кухне. Тома собралась ехать за девчонками. София тоже говорит, я тоже хочу. А отец уже машину загнал. Не знаю, как они. И я тоже хочу. Они. Только не хватит места. А я тюмень. Четыре места. Дети. А я только уехал. Ну, попросите папу, деда, пускай он выгонит машину. Это, что, дети позвонили? Нет, я просто снимаю. Пока, пойду видео делать. А зачем? Пусть Дима съедет. Дядя, они все собрались, доча. Нет, надо машину выгонять. А сортую. Ну, да, там Матвейка спит. Пока Матвейка спит, Настя убирает все. Так, сегодня надо будет еще попылесосить и полы помыть. Да, солнце мое? Подождите, дети. Давайте пока зрителям скажем. Всем пока. Всем пока-пока. И кричи. Всем пока. Всем до завтра.